Всем привет из Франции, мои самые наилучшие пожелания. Итак, продолжаем вкусно худеть по диете Дюкан. И сегодня я хочу представить вашему вниманию очень вкусные пирожки с двумя начинками. Мы будем делать одну начинку, это яйца, зеленый лук. И вторая начинка, это будет отварная курица и укроп. Итак, для теста что же нам понадобится? Мы возьмем 2 яйца, 2 столовые ложки овсяных отрубей, 1 столовую ложку пшеничных отрубей, 3 столовые ложки сухого обезжиренного молока, 2 столовые ложки мягкого творога или натурального йогурта. Затем нам понадобится соль и разрыхлитель 1 чайная ложечка. Ну и приступаем к приготовлению теста. В мисочку вбиваем яйца и добавляем немного соли. И сейчас мы будем взбивать яйца до пышной массы. К взбитым яйцам добавляем овсяные отруби, пшеничные отруби, сухое молоко, мягкий творог или йогурт и наш разрыхлитель. Продолжаем взбивать. Вот такое вот у нас получается тесто. Видите, как на оладьи. И мы оставляем его постоять 15 минут, чтобы наши отруби разбухли. И этим временем мы займемся приготовлением начинки. Курочки добавляем мелко порезанный укроп и тщательно все перемешиваем. Ну вот, обе мои начинки готовы, и сейчас мы будем приступать к формированию пирожков. На дно формы мы заливаем ровно половину теста и затем выкладываем начинку. У нас получится 3 яичных пирожка и 3 куриных пирожка. Вот я выложила начинку, и так выглядят мои пирожки. И сейчас наверх мы будем заливать оставшееся тесто. И еще хочу дать один совет, чтобы потом не путаться, какие у нас пирожки. Я пирожки с курочкой посыплю маком, а пирожки с яичной начинкой посыплю семенем кунжута. Вот теперь пирожки готовы к выпеканию. Разогреваем духовку до 180 градусов и убираем формочку ровно на 30 минут. Ну вот и готовы мои пирожки. Сейчас я оставлю их в формочке, чтобы они немножечко остыли, и буду вынимать. Ну вот и все. Готовы мои ароматные, красивые и, безусловно, вкусные пирожки с курочкой и с яичной начинкой. Такие пирожки могут храниться в холодильнике, в контейнере с закрытой крышкой. Я готовлю такие пирожки на 2 дня. Всем большое спасибо, что вы были со мной. Всем желаю приятного похудения и до новых встреч на моей кухне.